А в 4 утра, в час нападения фашистской Германии на Советский Союз, тысячи людей по всей стране зажгли свечи в памяти о миллионах жертв Великой Отечественной. В областном центре местом проведения акции стал мемориал павших в годы войны. Кроме того, накануне вечером на улице Перекальского стартовал новый проект «Свеча в моем окне». Общежитие медицинского университета. Таким его еще никто не видел. Фасад здания освещает слабый свет свечей. Огоньки и в руках у студентов. Молодые люди уверены, никогда не поздно задуматься о трагедии, начало которой было положено летним утром 22 июня 1941 года. Я думаю, что именно благодаря этой акции и именно сейчас мы можем просто прикоснуться к истории, прикоснуться к тем событиям, и стать своеобразными участниками той эпохи. Мы должны хранить память о наших предках, о тех, кто спас тогда нашу страну, несмотря ни на что. Организаторы надеются, что через год свечи загорятся по всему региону, не дав времени загасить память о Великой войне.